В Алматы дал открытый мастер-класс «Быстрая живопись» художник из Украины Максим Скоблинский. Научить рисовать за 2 дня людей, никогда не державших в руках ни кисти, ни художественного карандаша, ему, как видно из работ его учеников, все-таки удалось. Это будет какой-то сдвиг в их судьбе, который может привести к очень большим результатам, другим. Причем в моей нашей практике уже очень много случаев было, когда жизнь радикально менялась. Люди начинали, да, заниматься живописью и радикально менять. Ну что такое живопись? Живопись – это, собственно говоря, пробуждение творчества. То есть он не обязательно будет рисовать потом всю жизнь. Он может заниматься другим делом, но он будет подходить к этому делу очень творчески, а не так, шаблонно. По словам художника, у взрослых людей нет времени учиться академической живописи. Это займет много лет. По его технике людям достаточно научиться самым азам. Мы претендуем на эмоцию. Люди претендуют на эмоцию. Люди хотят пробудиться, если они хотят этого. И мы вместе с ними пробуждаемся. И если от этого всем хорошо, то никаких претензий. То есть, если у кого-то рождается претензия, допустим, есть люди, которые хотят, вот, допустим, они начали рисовать там 40, 50, есть моменты, которые начинали, у нас бабушка рисовала 78 лет, 78 лет, и она пробудилась и захотела дальше живопись изучать. Она собралась и начала изучать, она изучала рисунок, анатомию и так далее, и так далее. Да, у нее есть претензия, она двигается в этом направлении. Но для многих людей, рассказывает Максим, достаточно радовать себя и близких, пусть непрофессиональными, но все же результатами быстрой живописи. Для кого-то рисование – это средство от стресса, для кого-то – просто наслаждение. Мы завязли в шаблонах каких-то. А на самом деле, ну что нам мешает рисовать? То, что нам кто-то сказал, что мы не такие. Но зачем искать того, кто это сказал? Да, и там его в чем-то обвинять всю жизнь. Можно просто стать и нарисовать. Ну, не за первый раз получится, за второй. Не за второй, так за третий. Не за третий, так за четвертый. Но я вам гарантирую, что получится однозначно.